Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить его. Итак, чем мы сейчас будем заниматься? Не знаю. Я такой, чтобы присрать куда-то наши кирпичи. Давайте мы чекнем, что у нас есть вообще по миссиям. О, кстати, я в прошлой серии забыл посмотреть эту фигню. А мы ж последствия разлива не сделали. Ух ты ж срань. Так, подожди. Если что, сейчас сделаем. И что нам тогда нужно? А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. F4. Так. Опа. А раньше этого раздела не было. Ну-ка, кстати. Когда начал карту проходить, наверное, уже был, но... Давно. Когда-то давно не было. Так. Последствия разлива. Последняя миссия, народ! Да, последняя миссия осталась. Ну, не считая миссии на время. И у нас поручения на этой карте будут все закончены. Блин, нужно делать. А, только... Как туда заехать? По этой дороге попробовать? Да? Как думаете? А как мы пересекали? Сюда, потом сюда. И, по-моему, безопасно все было. А, мы чуть застряли вот тут. Потом обратно уехать какой дорогой? А... Ну, поехали. Единственное, что меня беспокоит, только уровень топлива. Короче, потом нужно будет подумать, куда нам присрать кирпичи, чтобы по миссии на время пройти на Анке. Ну, потому что там резина очень нам нужна, та грязевая. На Western Star. Да что ж такое, только что ж камеру покрутил вокруг экрана или машины, чтобы не фризило. Походу, все равно нужно прокатиться, чтобы оно отфризило все, что может, и все. И прошло. Стоямба. Может, стоит по берегу прокатиться? Может, там где-то пораньше переплывем? Как думаете? Так, я вас понял. Ползем потихонечку, ничего, мы доберемся. Он как минимум есть за что лебедку зацепить. Ну! Да, див бы постоянный сюда, было бы вообще круто. Блин, тут будто миссия должна быть, но ничего нет. Только разруха. Капец, стаскивает. Я даже не поворачивал туда направо. Так, давайте отметим дрова. Отлично. Стоп, стоп, стоп. Мы, по-моему, уже могли переехать несколько раз. Или нет? Ого. Слушайте, я хоть не завалюсь тут сейчас? Только что так начал буксовать, будто сел на пузо. Блин, хаты все просто разбомбленные какие-то. Ну, дно видно, но там глубоко. Такое ощущение, будто там можно было проехать. О, вон деревья валяются. Погнали, я попробую. Ой. Ну во. А, нифига у нас шноркель высокий. А я смотрю, пытаюсь шноркель найти на машине, думаю, где он есть, когда тачка начнет тонуть. А он торчит, ни хрена себе он торчит. Слушайте, так мы можем вообще где угодно проезжать, походу. А, стоп. Нигде угодно. Мы, по-моему, уже приехали. Сейчас придется по камням по этим скакать. Только не совсем помню, где мы пересекали. Нет, я помню, где мы пересекали. Вот отсюда. Потому что там камушки были. Короче, нам сейчас... А! Ну, блин, как это работает? Почему я жму на метку, а оно... Ты, блин, чуть чокнутый, что ли? Ну... Но... О, расчехлилось. Игра конкретно думает, что тебе это не надо. Тебе вон туда надо. Сюда тебе не надо.
Опа! Так, мне сюда. Полный пока что вырубим. Я все по-прежнему переживаю по поводу топлива. Ой, стоп. Это дерево у нас не сбивается. Нет, пока что не подрубаю ничего. Див. Див. Главное вот эти вот здоровые камни объехать и все. Ну или же как-то между ними хотя бы. И мы проедем. А на чем мы тут пытались? А, на скауте пытались. Ну тогда на этой хрени... Хрени. На этой хрени точно проедем. Слушайте, ну как-то эта хрень... Я ожидал, что она повеселее проедет, но как-то... Как-то ладно. Слушайте, я туда как-то доберусь или нет? Потому что я по воде не хочу туда ехать, там камни здоровые. А тут как-то он по грязюке не сильно уверенно прет. Ну хотя... Как сказать, не сильно уверенно? Уверенно, но не сильно. Ну как сказать, может он, конечно, уверен в себе, но я нет. В нем не уверен. Так. Почему я еду в одном месте, а с другой елки сыпятся эти какашки? Так, карта. О, так мы по берегу и проедем за ней. Режим крана. Блин, меня бесит вот эта новая функция, чтобы самому цеплять. Вот тупо бесит. Нифига. Все, это максимум. За елку зацепится, грузейка прокинется нахрен. О-о-о, перекрутил дерево. Ну не, ну блин, ну куда ты? Хрен с тобой. Хотел, чтобы оно назад упаковалось, потому что нам потом было бы удобнее грузить. Оно упаковалось вперед. Так, стоп, а что у нас? 6 утра. Отлично. Поехали. Главное не завалиться. Это я могу. Умею, практикую. Так, ага, я вижу. А где я утонул тогда? Тут? А, стоп, подожди. Мы же не то что не проехали. Меня завалило течением. Я прокинулся от течения. Почему течение прямо от берега идет? Такого не бывает. Или тут подземные родники дубасят вовсю. Так, кран. Я буду по левую сторону грузить, потому что у нас, ну, чтоб из-за крена ничего плохого не произошло. Потому что нафига эти опоры нам нужны? Ой, не то. Хоп. Супер. Так, теперь я думаю, что можно заглушить и подумать о жизни, о всем хорошем. Так, где мы можем по факту пересечь? Но объезжать очень далеко. Мне не хочется этого делать. А если сюда попереться, то как бы... А! Слушай, так мы можем выехать обратно и объехать, и все, и вообще не париться. Погнали, короче, обратно. Это идеальный вариант. Поехать обратно. Чтоб не было у нас потом всяких косяков по поводу того, что мы сейчас начнем пытаться пересечь реку и утонем. Мы сейчас просто поедем обратно, да и все. Че нам париться-то? Так, а где я вообще ехал? Ага, так. Включаем все, что есть. И пытаемся. Главное, чтобы получилось, потому что я что-то хз. Что оно будет? Ух ты, давайте налево уйдем. Там выезд, по идее, получше будет. Правда, тут три камушка хороших лежит. Надеюсь, они мне не помешают.
Ползет. Ползет, родной. Отлично. Вон уже дерево перед нами. Так что можно уже не переживать. Единственное, что нужно сюда в лужу залезть, чтобы выехать. Тут типа дорожка у нас. И придется ехать не самым лучшим маршрутом. Но мы доберемся. Или нет? Судя по тому, какие тут болота. Ого! Надо назад. Вот сюда по камушкам поедем. Не хочу по этим болотам ехать. Давай, 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 давай. Опа! Лапки. Все, приехали. Ничего, сейчас дерево нам поможет. Ого, хорошо, насадился. Корни. Наши любимые корни. Смотрите, сколько их тут. Ого. Опасненько было. Так. Карта. Вот так. Это тупо сразу направо, да? Ого. Нет, не туда. О, сюда, поехали. Слушайте, хорошо прям засел. Зря остановился, походу. Сейчас, правда, сломается сразу это дерево, но пофиг. Хоть немножко нужно дальше прокатиться. По-моему, уже сломалось, да? Нифига он валит. Блин, даже грязевая резина не помогает. Офигеть. Слушайте, ну чисто логически мы походу можем уже тупо брать и ремонтировать всю эту фигню, которая нам не нужна. Ну, основные миссии выполнять на этой карте. Тут же по... Дорога типа с краю нарисована, но нифига не с краю. Блин, придется сюда лезть, потому что угол большой. Можно завалиться. А завалиться не хочется. Придется лезть в эти какахи и буксовать тут. Но тут еще хоть как-то ползет. Там вообще сел капитально. Но, наверное, потому что мы тут еще не остановились. Если бы я тут остановился, возможно, мы бы не тронулись уже. Плюс я пытаюсь хоть как-то обочину хватать. Так, давайте как-то направо. То камушек я этот не объеду. Но сейчас начнет жопу стаскивать. Ух, давай, 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 давай. Тихо. Аккуратненько. А что тут было? А мы тут что-то забирали. Наверное, кирпичи какие-нибудь. Или миссия была. Или ничего не было. Ох, веточка как нас притормозила. Аж снег посыпался. Смотрите, а снега-то нет на ней. Ой-ой-ой, что я делаю? Так, главное нам не проехать. А, вон уже, вон прямо есть. Отлично. То есть мы, в принципе, добрались. Нужно будет, кстати, сейчас чекнуть, что куда нужно. Возможно, мы на нем же сейчас заберем какие-то кирпичи вот отсюда. Что такое? Чё ты встал? Давай едь. И не говори, что тебе сложно. Думаешь, мне легко тут управлять тобой? По фарам. А, фары включены. Ну, можно выключить. Блин, что-то вообще тяжело начал ехать. По грязюке, по-моему, легче шел. Такие камни так наверх идут, будто можно прям по верхушке там прокатиться. Так, вот это, по-моему, мой поворот.
Блин, ту хрень еще нужно будет куда-то деть. Тут пазик наш. Грузовой пазик. Если можно так сказать. Ух ты, блин. Хорошо проваливается. Капец, что я делаю? Чуть не убился. Так, я тут пролезу или нет? Охренеть, я поставил, конечно, технику свою. Да давай, блин, куда-нибудь. Тут, по-моему, мало топлива в нем. Хотя нет, вряд ли. Ну, блин, ну проедь по шиферу по-сраному. Сейчас колесо еще раз порю об него. Да, проезд тут не самый лучший. И направо, реально, ну, как уйти направо-то? Мы не пролезем по высоте. Там по-любому еще коллизия где-то по столбике. Ого. Ничего так присел. Так, это кирпичи просто. Да что он останавливается постоянно? Коробку, наверное, пытается воткнуть. Надо чекнуть. Да, вторую втыкает. Понятно. Так. Нет, там не объедем. А там наверх уже лента идет, да? Смотрите на карте, как она чпоник, чпоник. Интересно, она нормально там идет или она криво там идет? Так же, как на карте показано. Так, mission complete, так сказать. Разгрузить, разгрузить и получить бабки. Так, F4. О, 42% уже. Чекаем, все прям конкретно чекаем. Галочки, галочка, галочка. Пик, биг, салмон. Все. Все, кроме состязаний, мы прошли. У нас два состязания. Мы знаем, где они находятся. А так, обычные миссии все выполнены. У нас тут еще кирпичный каркас так далеко. И тут кирпичи. И тут дрова. И тут еще кирпичи. 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12. Капец. Просто капец. Так, а что у нас по заездам вообще? У нас не показывают, да, точки, пока мы не начнем. И тут еще барахло валяется. Вот это я не помню. Наверное, забирали, судя по тому, что карта открыта. Кирпичи, дрова и все. А вот тут нельзя делать, чтобы отсюда можно было нормально забрать и вот сюда ездить. Хотя вот это вот... А, тут вдоль камушков. Короче, ленту пока что нам нельзя делать. И нужно будет вот отсюда еще забрать дрова. А вот эта дорожка... И вообще хз, куда она? Зачем она тут нужна? А, наверное, чтобы сюда типа ездить. А тут типа так для красоты. А так вот этот остров у нас, по-моему, вычищен весь. Угу. Так, ну давайте чекать. Нам нужно, во-первых, кирпичи куда-то деть. Нужны ли нам кирпичи? По-моему, один кирпич нужен на секцию 2 или 3. Да, один кирпич нам там нужен. Один. Потому что мы 3 привезли, так как я там накосячил немножко. Тут еще сверху кирпичи остались. Серьезно? А, вот этот кирпич я забыл, точно. Не забыл. Так, ладно. Старая шахта. О-о-о! Смотри, прям старая шахта, то, что нужно. Прям кирпичи туда могут уходить только так. В старую шахту. Хо. А сюда нам по-любому нужна техника с погрузкой. То есть наш вот этот. Western Star. Или же Ford. F-150 переделать и попереться туда. Мне кажется, лучше на Western Star. И завести один кирпич на конвейер какой? Третий, по-моему, да? Или первый? Третий.
Третий ближе всех. Тогда вообще отлично. Короче, этот кирпич на третий конвейер пойдет. А много кирпичей мы потащим на шахту. На шахту. Но будем таскать откуда-то из жопы. Ну, чтобы подальше разгружать всю эту фигню. И у нас вот тут вот такое место неудобное, чтобы забирать весь этот хлам. Поэтому, думаю, отсюда можно забирать. В идеале получается нам анг заправить. И как сюда доехать, я не знаю. Разве что вокруг всей карты. Но у нас есть минус. По железке на анке не поедешь. А тут карабкаться не знаю, как он выйдет, конечно. Типа можно было попробовать, но как-то стрёмно. Вот по этим камням точно не вариант. Сюда объехать можно. То есть типа мы можем вот сейчас прямо отсюда развернуться обратно вот сюда. Смотря сколько там топлива. С Western Star перелить и проехать вот так вот наверх. Сюда вот. И вот сюда. А дальше неизвестно, что будет по топливу. 26. 26. Давайте пробовать, что делать-то. Капец, сейчас хрен развернешься еще. Просто надо развернуться так, чтобы прицеп еще не завалить этот сраный. Который будет пытаться по максимуму опрокинуться. Мы-то знаем эти прицепы. Как никто другой. Главное на другую сторону реки. Переплавиться как-то. Переплавиться. Переправиться. Слушайте, я точно отъехал? Как-то эта поездка выглядит небезопасной немножко. Но мы будем пытаться. Ух ты, подвески нифига нет. Но с этого, с пазика мы не сможем слить, потому что... Ну как, кстати, не сможем? Мы там можем слить. Но там у нас полуприцеп, и не хотелось бы полуприцеп там бросать, чтобы потом за ним ехать. Поэтому с него я сливать не буду. Хотя там, возможно, и так нифига нет. А, так у него канистры есть. Точно. Так, короче, еду сюда прямо. А там сейчас где-то выберемся. Наверное. Ого, булыжники. Течением несет. Несет течением. Давай быстрее. Нельзя, чтобы развернуло, потому что там уже глубина начинается. Нужно было раньше поворачивать направо. А сейчас мы уже как-то слишком поздно идем. И прицеп прям чуть ли не опрокидывает. Реально чуть ли не опрокидывает течением. Опа. Прикол. Так, перезапустил игру. Потому что что-то запись вылетела, а запись у меня не включается, если игру свернуть. Ой, точнее, включается. Игра начинает лагать, если ее сворачивать. Поэтому пришлось перезапускать. Так. Ну чё. Мы выбрались. Так, нужно сейчас еще раз заглушить. Нужно понять, куда ехать. А, направо. Направо ехать. Вы что, хотите сказать, что мы тут только что проезжали или нет? Ползи, детка. Ты сможешь. Нам эти кирпичи нужно доставить очень далеко. Вот это гребет. Кстати, если у нас есть на пазике ремонтные части, можно подвеску отремонтировать. Надо метку воткнуть. Чтобы не проехать случайно. Да я такое что могу. Особенно в каком-нибудь ЕТСе. Ого. Фига себе. Фига себе. Вот это ямка. Главное не распаковать груз.
что-то прям вообще жестко. Нет. Кстати, мы можем загрузить. Мы можем загрузить это все обратно. Блин, здесь не хватает сохранялок. Вот тупо... Нет, да? Не, нет. Типа, чтобы вот так вот едешь, раз, сохранился. И чтобы потом можно было загрузить, если ты вдруг опрокинулся. Вот это было просто идеально. Было бы тупо идеально. Сейчас мы, короче, на пазик пересядем. Пазик, наверное, подзаправим как-то. Потому что я не знаю, куда на нем придется еще ехать. Блин, его бы вообще куда-то сейчас загнать, чтобы он не мешал. Он стоит просто на пятерочку у нас. Так. И главное, что я его так запарковал. 49 литров. Ну, все топливо с этого мы перельем туда. С Western Star, потому что на Western Star... Она нам не нужна, так как мы его все равно будем тпхать в гараж. Поэтому смысла от него у нас пока что мало. Так, ну у нас есть запаска, и по-моему и все. Капец, он огромный анк этот. Так, ну-ка. Ремонт. Угу. Ну, только колесико есть. Хорошо. Так, заправить. Давайте себя заправим. Ой, стоп, анк. И остаток в анк выльем. А на этой хрени нам понадобится. На бандите, на нашем. Так. Пересесть. Поехали дальше. Мы сейчас дотопаем до... Нет, заглушить. Надо себе отметить метку, где нам наверх подниматься. Да? Да. Боже, по какой-то сраке придется подниматься. Не сильно хочется этого делать. Но ничего не поделаешь, придется. Поехали. Блин, я за дымом смотрю, а моста нет. Я такой, чего? Блин, жрет он, конечно, добротно. Бак маленький. Мне кажется, у него, наверное, бак был раньше побольше, как у УАЗика, типа. Потому что УАЗику яйца подрезали. Мне кажется, анку тоже могли подрезать. И кразу какому-нибудь. Бабах. Так, я понял, так лучше не делать. Что-то я подумал, что так и будет, но решил проверить. Да капец, что тут за дорога-то такая? Вроде бы нормально. А мы тут сдыхаем в этой луже. Интересно, сколько у нас топлива в том Western Star? Мне кажется, литров... А на сколько там? На 300? Но литров 100 должно быть. Будет обидно, конечно, если там окажется меньше. По факту мы можем и халявные кирпичи возить, бесконечные, которые у нас есть. Но интересно, вот дома все поразбирать на запчасти, типа нафиг они нужны. Сначала все запчасти перетаскать, ну, в смысле кирпичи, доски там и так далее. А потом уже думать о чем-то другом. О бесконечных ресурсах. Так. А нафига, мы же можем просто заправить. Ремонт? А, запаска. Заправить и просто местами поменяться. Во, 175. Хм, так у нас еще в Western Star что-то осталось. Так, сколько у нас литров уйдет? Пшу, болото, болото, подъем. У меня такое ощущение, что мы приедем туда на парах уже. Доберемся. Мне кажется, топлива уже будет очень мало у меня. Так, вот сюда мы походу не подъезжали, потому что непонятно, что тут. Нужно будет посмотреть вообще, как тут проезжать. А, вот отсюда. Понятно. Ну, блин. Карта. Я думаю, 6 утра мне хватит. Погнали. Погнали. А Western Star я, наверное, возьму
именно в одну харю загоню туда наверх, в горы, и заберу только один кирпич и отвезу его на третью ленту. Потому что почему только один? Потому что два забирать, потом где-то один останется. А тот конкретно нам нужно грузить вручную. Из-за того, что я провтыкал. И все. Ну, то есть, короче, лишняя ходка у нас просто из-за моей тупости. Главное, чтобы мы тут не застряли. Потому что у нас как бы и вес хороший. Так, у меня там кофе, походу. Ага, закончился, отлично. Нифига тут булыжники. Я хоть проеду, нет? А, так дорога вот сразу направо. Я что-то хотел туда дальше. Куда? Нет, она нифига не сразу направо. А куда эта дорога ведет? А, вот... Не-не-не-не-не. Я туда не поеду. Там можно подняться, типа, близко, но... Если б я был без прицепа, ладно, можно попробовать. Но мы так уже на форде покатались. Мне этого было... Достаточно, так сказать. Капец, он тяжело. Тяжело идет-то как. Очень тяжело идет. И прицеп прям вообще что-то меня не радует. Дури много, да? Ага, понятно. Дури много. Прицеп тупо зарывается, смотрите, именно под землю уходит. Чем дальше, тем глубже. Блин, снова вода, только проехали, уже снова вода. Так, по лесу я не буду с прицепом на нем ехать. По камням, думаю, сейчас как-то сможем что-то сделать. Блин, вроде бы и газку нужно поддавать, а вроде бы и стрёмно газку поддавать. Вот, видите, как прицеп начинает болтать. Тупо неваляшка. Да, пришлось остановиться на всякий случай. Так, это у нас, по-моему, эти сантехники, которые... Ага. Так, нам дальше, нам дальше. В принципе, я-то знаю, где я по лесу могу подняться. Там, где мы поднимались, и, в принципе, с этим прицепом я там выползу наверх. Но как-то хочется поближе, что ли. 118 метров, вроде бы недалеко. И, кстати, прям идет сейчас очень бодро. На удивление. Но мне кажется, тут сейчас... А, мне не кажется. Мы приехали. Мне не кажется. Я все понял. Блин, вроде бы прямо можно туда поехать и там спуститься, но лучше тут снизу, потому что вдруг где-то под углом спускаться, чтобы не опрокинуться лишний раз. Это страшно делать. Это делать страшно. Так, наш... Ё-моё. И с прицепом. На что я подписался? Короче, мы сейчас или поднимемся, или потеряем все, что у нас есть. Мне кажется, вариант второй более правдивый. Так, я заглушу. Ой, жопа. А там... А, то есть можно подняться налево-направо. А какая разница? Нам направо удобней. Или вообще вот тут вот как-то. Блин. Слушайте, там по лесу безопаснее выглядело. Может, там, конечно, такой же был подъем, но тут что-то смотришь прям... Мне кажется, нужно с понижайки начинать трогаться. И тупо на ней пытаться подняться. Но, блин, с прицепом... Мне кажется, мало шансов. Но я буду пробовать. И сейчас мы остановимся, мы даже подниматься не начнем. Мы сейчас вот на этом камне остановимся, потому что нужно прицеп закинуть. А он сейчас упрется в этот камень. И все. И это будет наш финиш уже. Я охренею, если мы сейчас с прицепом поднимемся. Честно, охренею. Охренеть. Я охренел. Нет. 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 Хьюстон. Нет. Давай, сраный камушек из-под сраки. Давай, вон он. Вон дерево. Выглядит это крайне стрёмно. Так, в
Все, можно отсидеться. В идеале нам направо и там наверх. Ага. А. Ну. Ну, наверное, да. Боже, оно что туда выглядит стрёмно. Ну, нифига тронулся, прям как хорошо, бодренько так. Тут сейчас по камням начнет скакать, еще непонятно. Но главное, что мы на основной подъем поднялись. Я понял. Помощь зала. Ого, слушайте, вообще не может переехать. Скользко, походу, очень сильно. Прям вообще не хочет ехать никуда. Камней много. Сейчас не повылетает из-под колес. Это если что, я лебедка еще подтягиваю. Просто у нас прицеп как бы лезет на булыжник огромный. И чтобы его не завалить... А тут как бы на грани происходит все. Вы понимаете, наверное, мою ситуацию. Ситуация крайне хреновая. Попробуем так. Сейчас чуть по снежку, а потом начну поворачивать. Чтобы по камням по этим меньше кататься. Блин, ползу тупо изо всех сил. Именно изо всех сил ползу. И прям грузовик напрягается, я вместе с ним напрягаюсь весь. Оно кажется, что просто, но тут, блин, думая, чтобы прицеп не завалился. И думая, сейчас назад стащит, и будет вообще жопа просто. Стрёмно, очень стрёмно. В идеале, наверное, сюда кирпичи возить откуда-то с этой же местности. Чтоб так не подниматься. Кстати, вот кирпичи прям рядышком. Так, мне направо. Во-во-во-во-во. Стоп. Ручник забыл дернуть. Поехали. Сейчас доедем, чекнем. Но у нас все равно не хватает топлива. У нас по топливу большие проблемы. Хотя, учитывая, что мы там будем, мы можем сгонять, в принципе, на стоянку прицепов, так сказать. А, что я на понижайке еду-то? Нифига там расход у нас был. Ух ты! Ух ты! А, по-моему, веселье-то не закончилось. Вот этот бы кирпич забрать. Этот. И вот тут. Это как раз все кирпичи, которые нам нужны, чтобы сюда поднять наверх. Блин, вот это сейчас будет стрёмно. А чтобы тут проехать, нам нужно уйти немножко вправо. Ближе к обрыву. А мы... Блин, а мы же, по-моему, на форде кубарем летели вниз. Потому что не удержались. Просто если брать левее, то мы по углу можем завалиться просто. Теперь... Газ в пол. Газ в пол. И сейчас камни нас тормознут, наверное. Просто газ в пол. Ух. Ух. Страшно. Тупо страшно. Хотя, знаете, в некоторых ситуациях прицеп даже наоборот дает какой-то стабилизирующий эффект для нас. Чтобы мы сами где-то не опрокинулись или не сползли вниз. Блин, что, еще одно такое же место? А, ну тут безопасно. Тут просто спуск и подъем. Капец, камней насыпали. Тупо жесть. Знаете, я бы эти кирпичи, наверное, в одну харю повозил бы.
И все. Ух! Фу, блин! Только что чуть не получилось пресс F. Это было на грани. Еще один прицеп для Белаза. Слушайте, а может его отметить? У нас, по-моему, прошлый не отмечался, да? Не-не-не, лучше кирпичи довести, а то я сейчас, как всегда, накосячу. А что нам тут предлагают взять? А, снизу что-то взять. Слушайте, ну мы, в принципе, можем вниз тут спуститься. Я не хочу наверх ехать. Отсюда наверх. Это крайне хреновая идея. Мы еле поднялись. С прицепом слишком тяжело. Нужно подумать. Ладно, пока мы думаем. А что, по топливу? Заглушил, да? Пока мы думаем, мы можем пересесть на Western Star. Эвакуируется в гараже. Покинуть гараж. И проложить себе маршрутик прямо вот сюда. За кирпичами. Ну а что делать? Да ничего нам не остается делать. Поехали. Поехали за тем одним кирпичом, чтобы оттарабанить его на ленту номер 3. И оказывается, у нас два прицепа под БелАЗ. Весело. Как его туда загонять? И сколько нам придется миллионов литров топлива туда еще притарабанить, я не знаю. Но два прицепа. Потому что кто-то писал, что нам придется с ними ездить. Миссий, по-моему, по ним пока что нет. И типа, если эти прицепы купить нельзя, соответственно, в них перевозить ничего нельзя. То есть они как своя автономная такая фигня, в которой можно будет, ну, типа по какой-то миссии нужно будет оттарабанить. А знаете, мне кажется, вообще мы там, типа тут же у нас добыча золота, то ли там каких-то алмазов, то ли чего-то там. Мы, походу, какую-то руду будем возить, наверное, немножко. Или фиг его знает. Блин, как давно мы сюда не ездили. Капец. Конечно, может, было бы правильно приехать туда с прицепом. А, ну с каким прицепом-то? У нас-то сюда не прицепится прицеп. Ну и фиг с ним тогда. На второй карте, походу, то же самое по количеству кирпичей, дров там, типа, есть бесконечно. То есть, вот как у нас справа пилорама или лесопилка, как она называется, там бесконечно. Просто, типа, мы можем собирать по карте, а можем брать бесконечное. Но куда-то ехать, например, неудобно. Вот, например, по-моему, за кирпичами ехать удобно, там, где складик у нас есть. И возле гаража там что-то у нас еще есть. Но интересно-то именно поразбирать все к чертям. Чтобы карта была чистая, чтобы было все... Типа на складах исключительно. Так же или нет? Слушайте, мы почти приехали уже. Быстро добираемся. Наверное, быстро добираемся, потому что непривычно. Несколько серий тут не появлялись. А до этого тут были каждую серию, поэтому... Сейчас едешь такой, типа, прикольно даже, как-то интересно ехать туда. А тогда помню, блин, опять сюда валить не хочется. А сейчас едешь такой, блин, нормально. Кстати, мы, по-моему, сюда ездили на цепях. Поэтому, наверное, мы еще медленнее ездили из-за этого. А сейчас мы нифига не на цепях. Сейчас мы на нормальной мужской резине. Блин, а нам бы... О! А чё я туплю-то? Типа, говорю, такой, блин. Нам типа анг бы освободить, чтоб сгонять на миссию на время. Так мы уж можем купить анг, сгонять на миссию на время и продать. Ну так же. По-моему, прям вообще идеально. Блин, реально нужно будет так и сделать. Купить анг, тупо миссии на время пройти и все. И если получится загрузить его топливом, а по-моему не получится нифига. Там некуда грузить. Больненько.
Так, вокруг, пожалуй, объеду. Чтоб не было вопросов. Бабах! Топи, детка, нет! Сейчас утонет, как Титаник. Так, по-моему, я здесь поднимался через лес, потому что я по льду ехать не хочу. Хлоп. Чё-то куда-то я заехал, не знаю куда. Давай направо, через камушек. Ой, я чё... Уже уперся. Чё-то я думал, что он подальше. Он, оно, дерево. Хотя, можно сказать, и он дерево, если на кого-то. Да, реально, блин, кирпичи проще даже не отсюда возить, а именно оттуда. Который рядом, потому что там, блин, тупо близко. И краны нужно поубирать. Отсюда снять кран. И кататься так. В одну харю. Конечно, с прицепом типа выгоднее, но, блин, по мощности, учитывая, как Анг выполз туда тяжело, то я вообще не знаю. Туда опасно с прицепом ехать. Хотя... Ну или же брать какую-то тварь, брать тот прицеп восьмерку и просто тащить. Но я не знаю, может, конечно, какую-то технику подфиксили, потому что кто-то писал, типа там, типа вон есть там этот P16 или как их там зовут. Типа офигенная техника везде проходит. Как раз для этой карты то, что нужно. Но почему их не брал? Потому что те, кто смотрели прошлые серии, ну как, кстати, еще другие карты, когда мы проходили... И та техника как бы нифига не могла сделать. Везде застревала и нифига не ехала. Поэтому я на них и не езжу. А на русской мы не ездим, потому что карта как бы не русская. Вот и все. То есть у нас такая мания, типа, ну вот одна техника русская есть. Почему? Просто потому что она новая. Где на ней кататься? Ждать, пока русская карта выйдет? Не. Поэтому мы типа и как-то так делаем. Непонятно, но понятно. Поэтому здесь мы не будем кататься на УАЗиках, на КРАЗах. Вы думаете, не хочу сюда КРАЗ притарабанить? Конечно, хочу. Не меньше вас. Чтобы у нас был, как бы, КРАЗ. Охренеть, какой проходимый Анг. И так далее. Мне хочется больше вас это сделать. Ладно, выдвину опоры, наверное. Так, один кирпичик на третью базу, правильно? Так, давай. Ого, так лучше, наверное, не делать. Восстановить. Заглушить карта. Сейчас нужно подумать, как бы нам проехать. Я вот думаю, нам сделать какую-то экономию по времени или нет? В том плане тупо наискось вниз лупануть. А, так тут типа рядышком. И сюда близко. Ладно. О, еще кирпичи есть. Вот эти кирпичи, кстати, мы не отмечали. Эти кирпичи мы точно не отмечали. Что у нас не отмечено? Но у нас этот остров еще не полностью. Вот тут дрова. Тут ничего нет. Вот тут дрова, они светятся. Нам как минимум нужно, чтобы было подсвечено. Вот тут мы не были. Кирпичи, дрова. Тут были. Короче, из этого острова мы не были только вот тут. И вот тут не были. Вот тут мы забирали дрова, я помню. Тут у нас ничего нет. Вот тут кирпичи и валом, конечно. Вот тут мы не были. В принципе, всю карту помню. Поехали. Потихонечку будем все возить.
Бетонная плита. Это ж походу придется еще что-то изготавливать, наверное. Мы сначала будем возить до Талова все, что есть. А потом уже будем, если нужно что-то изготавливать, то будем возить на изготовление. Но я так понимаю, что нам придется металлические рулоны изготавливать. Придется брать бесконечные... О боже, куда я поперся. Трубы. Или там... Хотя трубы, ну, чисто логически, раз мы можем металлические балки переплавить там на рулоны, то по сути трубы можем переплавить, если балок не будет. Хотя, наверное, лучше посмотреть там. Топливо. Топливо, кстати, мы вообще удачно отвезли. То, что два тех потерянных подобрали и притарабанили, так бы пришлось с какого-то склада забирать. Так у нас будет топливо побольше. Хотя топливо, мне кажется, и так рассчитано, потому что топливо откуда брать, я вообще без понятия. Если бы на заправке, типа, можно было бочки там загрузить, это другое дело, но тут такого нет. Блин, вообще шикарно ползет. Хороший грузовик на самом деле. Но вот не хватает ему постоянного дифа и резины, как у Краза. И все. Было бы вообще пушка. Ого. Мне кажется, там колесо должно было вырвать от такого удара. Видели, да, как его подворачивает? Так, тут, по-моему, налево. Угу. И тут попытаемся переехать. Только у нас тут помощника никакого нет для переезда. Так, по стандартной схеме. Кстати, тут тоже мы, по-моему, в прошлый раз ездили на резине, которая с цепями. Там проходимость явно хуже. Тут должны выползти, по идее. Главное до дерева дотянуться и все. Потому что у нас рядом никого вроде бы как нет. Вообще отлично. Без каких-либо проблем просто взял и выполз. Не понял. А что тут хотят от нас? Наверное, по какой-то миссии сюда что-то нужно будет привезти. Так, ну-ка, прицепчик чуть-чуть тарануть нужно. Чё? В смысле? Я на люк наехал всего лишь. Я всего лишь наехал на люк. Ну вы поняли. Это всего лишь люк, который торчит в воздухе. Те, кто смотрели прошлую серию, помнят, я показывал, что он в воздухе торчит. Но мы тогда проезжали, типа, нормально, без повреждений. Сейчас прям напоролся, чуть колесо не прорубил себе. Хотя, в принципе, мы без колеса доехали. Но запаски у нас нет. А запаски у нас нет, чтобы ехать без колеса. Да, в одну харю очень хорошо ехать без прицепа. Прям ползет. Типа, нигде не застряли. Все отлично. Так, тут, по-моему, лента это справа. Где-то тут будем выгружаться. Отлично. А, я понял. Так, карта. Третья, да? Следить. Назад. Заехать.
И все работает. Разгрузить. Отлично. Кирпичи все на месте. Ну что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.